Ух ты, Валерий, смотри, кто тебе пришел. Привет. Привет. Как тебя зовут? Валерий. Валерий, когда у тебя день рождения? 14 февраля. А что еще Ух в этот ты. День? Ты знаешь, какой это замечательный день? Какой еще праздник в этот день? День всех? День всех юбилеев. Ну ладно, все, молодцы. Молодцы. А сердечко к тебе пришло же, тоже поздравить тебя? А с каким праздником? С днем рождения пришел тебя поздравить? Тебе нравится сердечко? Глянь, какие у него глазки смешные. Да, смотри, какие у него реснички. Я сердечко не простое, я сердечко с подарками. Сердечко принесло тебе подарки? Даже с бантиком. Да. Даже с бантиком? А что бы ты хотела получить на день рождения, Валерий? Что бы тебе хотелось, чтобы сердечко тебе подарило на день рождения? My Little Pony. My Little Pony? Ух ты, что это? Ух ты, как много подарков тебе принесли, Валерий. Да. Это у тебя... My Little Pony, как ты и хотела. Ой, а это кто? А ты уже смотрела мультфильм? Да. Ну, что следующее? Ух ты, еще панда кунг-фу. Какая красота! Ух ты, как много их у тебя! Прям как с розового. Как ты думаешь, что там попадет? Ну, там точно не поняшка. Яйцо желтое, да? Мы уже знаем, что если желтое яйцо, там, значит, кто-то другой. Как надо нажимать? Вот так. Да, это точно понятно. Это колечки. Да, которые у нас уже есть. Это колечки, даже которые у нас уже есть. А тебе понравилось? Будешь носить? Да. Ну, и скоро мы уже все будем в колечках. По-моему, тебе под платье хорошо идет. Сердечко, а оно по звуку не было понятно, что это колечки? Нет, не они было. Они не трещали так? И легкое оно не было? Ух ты, как они... Давай посмотрим. Давай. Да, там точно поняшка, оно оранжевое.
искорка пони снова. Снова искорка пони. Ура! Ой. Вот такой вот у нас искорка. Знаешь, теперь снова фиолетовая. Ой, прям яйцо ко мне укатилось. Да. Катюша, яйцо к маме. Оранжевое? Да. Ух ты! Кто же там? О, девочка Пинки Пай. Девочка Пинки Пай? Да. Ну, класс. Да. У нас еще одна девочка. Видели, как сердечко хорошо кинуло? Угадывает. Отлично. Бери, кто там у тебя попадается? Ну, расскажи мне, кто это? Там, наверное, кто-то из панды кунг-фу? Или кто это вообще? Я знаю точно, это надо... Где этот вкладыш? Вкладыш? Да, надо вкладыш посмотреть. Вот, тут бумажка и вкладыш. Я сама еще не знаю, что это. Там просто этот прыгающий... Вот. Да, точно. Да, мы с тобой уже открыли 4 киндера. В одном нам попались такие красивые... лошадки, а в другом колечко и панда кунг-фу. Все верно. Давай открывать следующее яйцо. Кто давай, там у нас Валерий, спрятался? Давай. Давайте у нас вот какой кидал. Снова фиолет. Интересно, как он по весу. Тебе нравится? Да. Тяжеленький? Да, подержи. А давай посмотрим серию, чтобы мы сразу еще серию проверяли. На всякий случай. РБ5, да? Оранжевое? Да. Ну, не может быть, значит, там точно кто-то из поняшек.